Запах пороха и нескончаемые выстрелы. Это не война и не открытие охотничьего сезона. Это соревнование по стрельбе, в котором участвуют как настоящие профессионалы, так и любители, желающие проверить свои силы. На полигоне возле Колпино уже в 8-й раз проходит турнир по стрельбе «Кубок белых ночей». Это одно из самых привлекательных мероприятий, то есть это уже знает вся Россия, сюда и эти соревнования собирают огромное количество участников со всех регионов, самых отдаленных уголков. Мы желаем искренне, чтобы эта традиция поддерживалась, сделаем все возможное, чтобы клуб развивался, и надеемся, что у него большое будущее не только в части проведения соревнований, но и в части обучения ребят наших молодых потенциальных победителей следующих будущих соревнований. Здесь все под контролем. Судьи следят за каждым выстрелом. Все согласно международным правилам по спортингу и правилам соревнований по стендовой стрельбе. Ни одна пуля не вылетала из ружья без разрешения судьи. Турнир длился 2 дня. Стрелки боролись за эксклюзивный кубок ручной работы, созданный руками лучших петербургских ювелиров, и дорогое оружие. Кроме того, каждый спортсмен, независимо от занятого места, получил возможность принять участие в лотерее за право обладания ружьями известных фирм Европы. Правда, для большинства спортсменов главное – участие. Когда долго тренируешься, надо же где-то себя проверять, поэтому соревнования вот такого, тем более уровня, когда такое количество людей и спортсменов высокого класса, то, конечно, хочется проверить себя, на что ты способен. Сегодня очень сильный состав женщин, поэтому вряд ли мне что-то светит, но просто потренироваться лишний раз. Я вообще первый раз участвую в таком большом соревновании. Хотелось себя попробовать. Интересно сюда приезжать. Хороший, красивый стенд. Зачем победы? Какая победа? Здесь такие специалисты работают. Главное участвовать. Лучшим в абсолютном первенстве стал москвич Виктор Николаев. Артем Поттер, Дарья Морозова, Руслан Бичурин. Новости Колпинского района.